Волчара, и волчара, и мацитрели крадусь. Это камень. О, я еще даже не зашел, у тебя уже там какая-то драма. Это кабан! Это кабан! Погоди, погоди. На, кабан! Тихо. Надо подкрасться и тихонечко взять копье, я промазал. Ааа, кабан, ебаный, в атаке, кого? Меня повалил кабан, ебаный рот. Это же я умер? Да. Так, кабан, который меня похоронил, вижу. Здорово, Кент, а слышишь? У меня нет копья-то. Здорово, здорово. Слышишь, слышишь, Кент? Чё, готово. Чё, здорово. Махаться будешь? Махаться? Давай на факелах. Будешь? А у тебя факел, да? Да, давай на факелах. На мужика до конца. Сколько у тебя хп? У меня 61. Сколько у тебя? А у тебя? Тоже 61. Нормально. Ну все, давай, готов? Раз, два. Ресурсы есть, да? Вообще ничего нет, только рестнулся. Ресурсы есть. А, ну получается я выиграл. А может быть пойдем кого-то убьем? Давай кого-то убьем. Мне нужно бежать навстречу, чел, извини. Где? G4. Я на H3, Вова, или рядом! Идем друг к другу. Все, давай, беги по берегу просто. Беги по берегу, знаешь куда? В сторону H3, понял? Это ты? Это ты? Это ты? Дурак. Да стой, дайте два, подожди. Все, поздравляю, теперь мы на карте друг друга видим. Окей, Владимир, здравствуйте. Теперь у нас проблема, мы выкинули камни. Нам бы с тобой дом построить, нам нужно с тобой дерево взять. У тебя есть дерево? Ну, нет, я ничего не добывал, у меня даже камня нет. Подожди, а зачем ты камень выбросил? Я думал, что его можно подобрать как копье. Его можно подобрать, да. А где он? Я не знаю, я тоже тебе под ноги камень выбросил. А можно бить? А просто. Тоже нельзя. В смысле? А как добыть дерево? Подожди, у меня камня нет. Раз мы друг друга встретили, нужно быть крайне аккуратными, понимаешь? Издалека нас видно просто с факелами. Короче, нам нужно камень найти. О, подожди. Вырубай факел. Стой, на цитрели. Потом, если... Только факела на два удара, Владик, по прочности. Что он дерево рубит? Видишь, дерево рубит? Давай просто его дезориентируем криком в чат голосовой, да? Просто поджигаем факел и просто ебем его факел. Да, я так думаю, у нас с тобой одинаковая идея, да. Тихо, подползаем. Просто здорово, брат, наверное. Тихо, ползаем. Я вижу. Да. Тихо. Идем. Идем, вижу. Здорово, брат! Ранен, вы умрете, если вам никто не поможет. Вот ты мне уебал! Иди нахуй! У меня 5 хп! Я пытаюсь его догнать, но он быстрый. Я пытаюсь его догнать. Он не бежит с моей скоростью, в смысле? Как его догнать? Надо в него копьём кидать. Так, чё, Владик? Подожди. У него тут дом нечеловечески огромный. Он зашел в дом, и я за ним дверь закрыл, и теперь не могу ее открыть, я конченый. Я еще и факел сломал. Надо умереть, Владик, чтобы у нас был камень в руках, блядь. Мы с этого сможем начать. Пойдем брата попросим, чтобы он нас убил. Пойдем попросим его. Скажи, брат, мы зря напали, у нас нет камней, блядь. Братишка, мы друг друга неправильно поняли. У нас просто камней не было. Убей, пожалуйста, 5 хп, и тут влажность 7%. Надо умереть, мне кажется, чтобы у меня камень был в руках. Можешь помочь? Бля, так темно, замок у тебя, конечно, красивый. Давай друг другу огребем просто. Раз. Раз, говорит. Слушай, а можно руками? Насчет три, насчет три друг друга убьем. А руками бить-то нельзя, лол. Так нельзя руками бить, прикинь. Так, короче, давай, там светает как раз. Я побыренько. Нам нужно фастом камень и дерево. Нужно дерево, сделать копья, чтобы лохов фармить. Хотя бы копья. Слово. Я для тебя сделал кормушку, иди сюда. Ну давай. Вот смотри. Видишь, поутру тут есть. Это что, так это хлеб какая-то хуйня для свиней. Это корыто, да? Пещера, вот. Где? Иди сюда, мне кажется, тут есть камень. Я иду к себе, да. Слева от коттера. Все, я вижу. Скинь дерево. Тут ты сдохнешь. Подожди, что это такое? Стоп, это железная руда, лол, смотри. Там тут нихуя всего, блядь. Говорит, не будем здесь дом, блядь, строить. Давай, строй мне дом, блядь. Это камень? Да. О, это важно. Это что у нас? Ого. Я нашел топливо. Там что-то, подожди, там какая-то синяя херня была такая, всем красиво светилась. Вова. А. Чекай. Подожди, не спеши. Я камень добываю, подожди, чуть-чуть. Я камень только добыл, блядь. Это фонарь? Я нашел шапку шахтерскую с фонариком, да.
Ну, а тебе не кажется, вот нету ли у тебя такого ощущения, что за нами придут за эту шапку? За шапку? За шапку, да. Я пока посмотрим, что у нас в глубине данной пещеры. Да, о, факел машовнуть, я свечу. Опа. Металл высокого качества. Ну тут, короче, это данж. Ага, ага, ага. Это яма? Это яма, да, подожди. Шип, там ты видишь, что там внизу? Да я вижу, вижу. Я хочу что-нибудь построить, подожди. Я могу что-нибудь построить здесь? Я не могу ничего построить. Окей, ну что, пробуем? У меня камень и ресурсы, так подожди, что... Подожди, проверь прыжок. Может... Так, вот так, прыжок вот такой, ага, окей, все понял. Так, ну что, готов? Так. Может быть ты... Хорошо. Ну я не такой рисковый пацан так-то. Я по-любому не про... Я знаю, что я буду тем человеком, кто проебется. Я на всякий случай здесь резы, короче, выкину, блядь. Я не знал, что такое возможно. А дерево там же, блядь, дерево там же, нахуй. Тут жесть туннели, очень глубокие прям туннели. Ладно, все, стой, свети, я прыгаю, нахуй. Садик, мне страшно. Как будто я в реал лайфе. Ты куда ушел? Так, хорошо, я сейчас быстро... И беги на этот остров, я сейчас быстро облутаю здесь, здесь очень много всего. А я меня на острове, кстати, вроде рядом, подожди. Во, я нашел шляпу со свечой. Ты будешь, не, ты будешь кобольдом, во. Я, честно говоря, даже не знал, что в этой игре такое есть. То есть тут прям... я бегаю по доскам, прыгаю, короче, а не в воздухе. Ну, то есть в стенах. А как меня... А, окей. Окей, я еще камень нашел. А, так еще снизу камень есть. А, лысе. Так, уже дальше что? Ага. Так, о, я еще нашел одну шляпу. Тут что-то дверь. Ты строился, что ли? Только тихо. Кто-то строился здесь. Да он тоже слышал, как мы шли. Там же слышно было, как кто-то что-то добывал. Он сейчас тебя примет, блядь. Тут дверь закрытая. Только тихо. Так, окей, я выхожу. Окей, а, подожди, вот я еще какую-то яму нашел, тут прям вглубь туннель, такая кишка прям, длинная кишка. А, в шипы в эти, ты тут лежишь. Там, короче, ты лежишь, а как мне эти копья сломать? А ты внизу, что ли, там? Да, где твой труп, да, тут, оказывается, можно спуститься к тебе. А как это сделать, чтобы... Тут вот кто-то шипы поставил на хитрожопочек? Ну, это же, да, да. Оп! Ты умер? Нет, я кацанулся, у меня голод 33. Я не могу копьям подойти к твоему трупу, там твои резы, ладно, в принципе, я выхожу отсюда, короче. У меня так. Тут... я возле двух водных генераторов. Сейчас я буду прыгать, тихо. Сейчас буду прыгать. Я постараюсь. Попробуй. Так, раз. Оп. Фу. Так, я строю дом. Нужно срочно строить дом. Прям очень срочно. Ты где? Блядь, сука. Это что такое? Ты где коня своровал? Я знал, что ты цыганских кровей, Вова, всегда знал. Короче, лови, во-первых, копье, а во-вторых, надеюсь, на правую кнопку мыши. Лови вот это. Не, правую кнопку нажми на нее, чтобы надеть. И на F нажми. Бат, ты дурак, конечно. Как камень добуду? Ага, у меня дерева нет. Нужно срочно дерево. Сейчас будет дерево. А неси, пожалуйста, мне дерево. Окей, в принципе, домик, псевдодомик готов. У нас камень есть, я правда не знаю, как сделать, чтобы у меня было не дерево. Подожди, тыква, 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 лол, тыква. У нас есть? У нас есть? Сюда, иди, я тыкву нашел, короче. Сейчас посадим тыкву, ля, вообще зажили, нормально все. А у меня же семена были, я тоже мог посадить эту, блядь. Все, давай, вот здесь, короче, коноплю выращиваем. Water intake, 6 миллилитров за 60 секунд. Владик, Владик, Владик. Вова. А? Что это? Это бочка с водой. Да, хватит там на поливчика. Так нужно ее наполнить сначала, понимаешь? Ёбаный рот этого казино. Ну ломай тогда. Это из лука в меня стреляют. А, что, нас атакуют? Да, чел возле дома из лука стреляет просто. Тихо-тихо. Пизда, Владик. Тихо-тихо. Ха! Есть хелп какой-то? Ну я лежу, Владик, я ранен. У меня нет больше копий, окей. Аааа! Мужики, френдли! Ну вот чтоб вам пусто было, а? Шишка 100 кг. Шишка вообще мразота, кстати. Тоже согласен, да, вот просто конченый. Пацаны, покормите, покормите, пожалуйста. Я все равно умру, у меня 2 хп. 2 хп, 0 голода. 58...
Бон аппетитничи, да, сегодня? Так, а мы их будем убивать, Вова? Не, ну подожди, у нас есть какой-то план? Спасибо, ребята, спасибо. И за стрелу, и за разъебанную стену тоже спасибо. О! Спасибо. Найс курьер, 5/5, спасибо. Да, вообще изи. Delivery Club всегда работает, здрасте. Короче, предлагаю уснуть где-нибудь вот здесь. Хотя это очень палевное место, давайте где-нибудь в кусте вот здесь где-нибудь, нет? Если что, я запомнил, где наше место. C12, я запомнил, все. Фотографическая память и записано на экран, все, nice.